Шо, молодые, здорово. Продолжаем, значит, проходить маленькие кошмары с той же самой, с того же самого места, где мы тогда закончили. Где с лифтом немножечко тупил. Ну, мы еще тогда разобрались правильно с вами, как туда идти. Тихо, нет. То, что мне надо вот в ту дырку наверх пробраться, потому что там явно комнатка есть. Сейчас главное не залажать. То есть нам надо поднять лифт и после нажать кнопочку, ну как, поднять лифт и телепортироваться в телевизор, который наверху. С него запрыгнуть на крышу лифта и оказаться там наверху. Вот. Тогда у меня почти, кстати, получилось, просто проблема была в том, что я дебил и упал. Я еще и не сдох. Ну да, это было легко. Очень странно, что я не додумался до этого. Куда мне идти-то? А куда идти-то? А идти куда? Так, окей. Все не так просто, как оказалось. Там должно что-то быть. А куда? А! Да нет! Погоди, а может... И вот здесь. О, у меня получилось. Короче, понял, я немножечко облажался. Не так надо было делать, как я предполагал. Ну, в принципе, то, что я предположил, оказалось близко к истине. Так, что это такое? Там проход. Ну, загадку, так скажем, с телевизором я ту разгадал. Но не совсем правильно. Так, я... спалил мелкого. Пиздец, в барбекю превратил. Нехуй телевизора. Смотри, как тут хорошо. Заходи в гости. А вот да, бабка. Вот так вот и получается. Телевидение, видишь, до чего доводят, блядь. Хотел мне пизды вставить, что твой старый ламповый телевизор выключил, да? Вот, блядь, все нахуй. Окочурилось. А он, блядь, взорвался, что ли? Или нет? Или да? Блядь, он взорвался. Так, а чё? Погоди, а что мне делать? Табуретку, наверное, притащи, да? Угу. Табуреточку притаскиваем, ставим ее. Прыгаем на ручку. Не, ну самовой, конечно, интереснее было. Сейчас куда ее этот чел тащил? Я уж повторяюсь, то, что она, в принципе, один из главных персонажей. Я не думаю, что ее типа, убили. Ох, ебать. Тупо зомби стоят. А их там много. Вот дураки-то. Стоп, и чё? Так, а чё мне делать? Понял. Понял, принял.
Хотя чем мне это поможет? Она, по сути, как бы сама металлическая. У нее проводимость, скорее всего. Ну, конечно, это по-правильному, если думать так. Если по логике игры размышлять, то, думаю, тут нету проводимости никакой электрической. Или мне надо, главное, прыгнуть так, чтобы я это... краев не коснулся. Так, хорошо. Блять, тут вода. А, ну не страшно, я понял. Погоди. Так, 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 это не туда. У нас опять головоломочки с электричеством. Пойдем. Так, напряжения нету, да? Куда мне надо ее поставить? Туда, наверное. Так, стоп, а. А толк, погоди, какой? Электричества-то нету. Ну-ка, я тут смогу же пройти? И просто вернуться туда-обратно. Да, я смогу пройти. А, все, я выкупил. Я сейчас просто включаю обратно электричество. Врубаю... Блин, давай по старинке. Врубаю, короче, обратно электричество и прыгаю туда, откуда я пришел. Ну, типа вот от рубильника, если смотреть. Да чё, блин, мне говорить, я вот проще покажу. Вот туда пойдем на свет. Вот, правильно? Я что-то смогу спрыгнуть, надеюсь? Да. Во, правильно все сделал. Вероятнее всего, да. О, и телек, да. Хоп. Хоп. Так. Что-то пустая комната вообще. Просто, блядь, кто-то додумался включить в шкафу, в чулане. Телевизор. Так, ну это, блядь, ну это элементарно тоже. Только с какой мне стороны надо выключить, так, чтобы они меня... Тихо. Тихо. Там, блядь, эти челы там стоят. Как проломились. Ой, а вот это, судя по всему, пиздец как нехорошо, да? А это пиздец как нехорошо. Это ебать как нехорошо. Охуеть, да это очень нехорошо. Ебать. Джойстик на яйца положил. Кайфы словил. Побежали. Я что-то не заметил, там надо было, короче, это... Получается, в окошко вот в это прыгать. Пиздос! Баня, они меня сушат прям, блядь. О, телеки, сейчас они встанут. Не встанут же тут? Тут, блядь, дурак! Сука, чел тупо хайбист, блядь. Бежал, бежал, увидел ботинок, решил поднять. Сука, что с тобой не так, блядь? Сука, Air Force, цвет капусты, блядь. Беги! Беги, нет! Сосуд, блядь! Кайфы! Какая же вибрация пиздата, когда они начинают это иссушать меня. Я не знаю, что они со мной делают. Но вибрирует джойстик, конечно, знатно. Нет! Она идет! Быстро очень идет!
Блять, я почему-то думал, что этот шкаф с телеками. Да, блять! Бегут, сука, пальцы вспотели, пальчики мои вспотели. Да! Сосать нахуй! Блин, крепота. А чё у них так ёбло-то перекосоёбило? Что с ними не так? Это сигнал телевизора вот этого им так рожу помял или чё? Я чё-то просто не могу предположить, из-за чего это ещё... О! Малая! Малая жила! Давай-давай, вылезай! Охуительно, да, блядь? Не-не-не, ну, блядь. Пидорас. Блядь, я за... Сука. Блядь, мерцающий. Нет. Ломай, блядь. Беги, ебать. Сука, я спрятался за этим, короче, за диваном, за креслом, и не разглядел себя, короче. Не признал. Сука, напряжный ублюдок, блядь. Тихо, тихо, тихо. Выдохнул. Я понимаю, что надо делать. Бери! Ломай! Блядь, какой же ты пиз... блядь, какая стена! Какой ты отвратительный урод, блядь! Не трогай меня! Не трогай, блядь! Да сука! Нахуй! Нахуя ты топор подобрал, дебил? Что ты собрался с ним делать, блядь? Ноги ему откромсать, блядь. Хотя это мой косяк, то что я держу постоянно вот этот... РБ там же, да, получается, чтобы, ну, схватить, потому что тут, как бы, если ты не держишь кнопку схватить, то у тебя нихера там во время прыжка не получится, ну, это надо следить просто за этим. Сука, блядь, у меня пальчики уже все взмокли пальцы, все пальцы взмокли. Оп. Ты куда, блядь? Ну, блядь, идет! А чё ты такой быстрый? Стоит, смотрит на меня! Пошёл нахуй, блядь! Пиздюк, блядь! Мистер Гуверман, блядь, пиздуйте обратно в свой Half-Life 2 и там живите, блядь! Пидорас конченый! Он же не полезет в эту дырку рукой, правильно? Хотя вот, а вот в это 100% полезет, блядь. Ну это да, предсказуемая херня, предсказуемая то, что он в первую, скорее всего, не полез, а вот во вторую сразу. Сука! Ебать! Я думал, ты съебался уже. Пидорас, блядь. Урод. Тихо, тихо. Звуки помех. Уходи. Уходи, я тебе говорю. Ты ушел? Сука, он съебался. Звуков не слышу вообще. Ой, извините, кстати, немножечко отрыгнул. Бля, ну вот это место экшоновое выходит. А чё делать-то? Блять! Он идёт, ну быстрее точи нахуй! Ебать, он телепорт!
Быстрей! Он телепортируется! Блять, он телепортируется! Ну, ебать, ну мне пиздец. Охуеть, а что делать? Я не заметил табуретку, как дебил поступил. А где сейчас она? А... Погоди. А где... А табуретка, блядь, забагалась. Где табуретка, ебать? Алло! Какого хуя тогда она... Она стояла там тогда. Где сейчас табуретка, блядь? Только нихуя не понял, а... Погодите, блядь. А где? Она стояла тогда вон там, сейчас ее нету. Алло, блядь. Эй, уйди, ты чё табуретку спиздил? Сидишь на ней? Какого хуя? И чё с этим делать? Погодите. У меня забагалась, блядь, табуретка. Нету табуретки, блядь. Отсутствует. Отсутствует табуретка, нету ее. А чё? Погодите. Так. Я сейчас ничего не понимаю. Она ж не могла в другое место как бы превратить, ну, переместиться. Ее просто нету. И как это чинить? Как это лечить, блядь? Нихуя себе. Это что, это все? У меня финиш прохождения как бы тут? Или что? Он меня должен поймать по сюжету или как? Я не понимаю, но я не верю просто в то, что игра тут закончится. Ах ты, блядь, злоебучий шляпник. Ты спиздил мою табуретку. Да иди ты нахуй, я с тобой не буду общаться. Ты вор, крыса и вообще нехороший мужчина. Непорядочный. Так, ну все, походу, гейм овер, блядь, или, ну а как это еще назвать? У меня других нету, типа, вариантов, куда я могу пойти. Либо мне целый сегмент отыгрывать заново придется, либо, ну, я хуй его знаю, что делать. Потому что, ну, тут табуретка была первый раз, и сейчас ее нету. То есть мне надо по логике залезть на табуретку, прыгнуть в окно и оторвать доску, но я не могу этого сделать, потому что вот это хуйло в шляпе спиздило у меня табуретку. Пиздец, все. Ну, типа, я тогда запись пока прекращаю, пойду посмотрю в интернете решение данной проблемы, потому что у меня других вариантов никаких нету. Все. Как найду, вернусь. Короче, я не стану ничего искать, я просто попробовал сегмент заново запустить, ну, прямо из меню, и она обратно появилась. Бля, ну, конечно, у меня жестко это немножечко перекосоебило. Блять, он телепортируется. Тай. Нет, быстрей! Да отрывай доску, блядь! Немощь ёбаная! Фух, я от него съебался, получается. Катись, 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 катись. Изи. Это было очень легко. Если не учитывать вот этот казус с табуреткой, это было достаточно легко. Сейчас вроде более-менее все спокойно. Блять! Придурок! Пиздуй нахуй, я не буду с тобой общаться. Я знаю, что ты крыса и вор, блядь! Ебать!
Вот это уже наглость, блядь, вот с такой скоростью передвигаться. Беги! Твою мать! Он просто через дверь прошел! Ему похуй на двери! Я не рано прыгнул? Нет. Да, а как с ним бороться? Он телепортируется просто, блядь. Нет! Сука. Я тупо уперся. С какого момента это ходит? С первого состава или со второго? С первого. Так, ну я, по-моему, очень хорошо от него сейчас отрываюсь. Ну да, отрываюсь, ебать. Сейчас он на моей жопе оторвется. Бать, я косорукий, у меня руки спотели. Плюс меня этот чел выбесил вот этой херней. То, что... Блять, он еще телепортируется через дверь. Пизда, как от него убегать? Он меня взбесил прям то, что он у меня сныкал табуретку. Ну это вообще, ну это баг, это так не должно работать. То есть я кучу времени впустую, по сути, потратил из-за того, то, что я искал, ну ждал, когда мне выпадет табуретка, которой там не было. Я уже думал то, что я, может, где-то накосячил. Все, давай, до свидания, пошел нахуй. Нет! Так я же нажал ее! Блин, я вот опять на том же месте в тупую уперся и все, блядь. Беги нахуй, братан. Ну он воришка, он тебя плащ спиздит, шляпу спиздит. И все из инвентаря еще повытаскивает, блядь. Я просто прекрасно понимал то, что вот такого не должно было быть. Ну как у нас получилось... с табуреткой, то есть сами видели, вначале она была, правда, я затупил и не понял, что делать. Давай, давай. Все, пока. До скорого, увидимся. Нет, в скобочках, пошел нахуй. Я тебе говорю еще раз, пиздуй, либо в лес свой, записочки это, расклеивать, туристиков ловить, либо в Half-Life 2 возвращайся. Уродец. Бать, поезда метро далеко ездят в этой игре. Восхитительно просто. Вставай, чел, он же прийти может. Фу! Достаточно экшоновая серия получается такая. Неплохо, неплохо, я бы сказал. Да вставай, чё ты лежишь, всё. Пиздец, нахуй. Не ной, блядь, ты всего лишь в поезде разбился. Ой, боже мой. Да хватит притворяться. О, стоп, это призрак шестой. Чё это, кстати, я так и не узнал, что это за тени, надо вот... Я чувствую, что финал будет где-то рядом уже. Но я чувствую, что надо хотя бы узнать, что это за вещи. Вот эти призраки, типа. Чтобы осознавать... Бля, чё ты так долго идёшь? Вот я же говорю, я не хочу серии дольше 40 минут затягивать. Но вот из-за того, то, что он скриптом вот так вот ковыляет еле-еле, это еще из-за того, то, что у меня черт спиздил табуретку. Ну да, я буду про это говорить до конца игры, мне кажется. Не, а как бы вы себя на моем месте чувствовали? То есть я понимаю, я понимаешь, я спрыгнул, я, ну да, окей, я затупил первый раз, он меня поймал из-за того, что я не увидел табуретку. А потом-то я понимал, что она там должна быть, а ее не было. У меня просто забаговалась табуретка спасительная. И этот чел меня несколько раз поймал. Но о чем мне делать еще было? Пиздец. Давай, залезай быстрее, братик. Залезай, залезай. О, нихера себе. В городе вылезли. Прям перед этой башенкой. Причем я никуда идти не могу. И что такое? Блять, понял, принял.
То есть я от него не ушел, да? Когда здесь... Это конец игры получается? Ну, типа, он сейчас нас заберет и все. Ну, должен же хэппи-энд какой-то быть, наверное. Ну, типа, в играх обычно зло никогда не побеждает. Всегда добро выигрывает. Если я заметил то, что мы шапку сняли. Ого! Это что за дуэль такая? Понимаю, с этим Слендером... Блядь, чайник засвистел. Сори. А, мне надо типа его движение повторять, да? А, мы типа ему пиздюлей даем. Ну, лежать плюс сосать, что я тебе скажу. Фига. Смотри, малой прям в агрессии идет, он сам нападает. Моно, ты шо? Моно. Блять. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ради, мы его победили? Не, он все еще встает. А наш челик что, будет вставать? Алло, Моно. Брат. Давай, я в тебя верю. Представь, что я тебя по плечам постучал. Давай. Ну, чел, ну, он там на одну подачу, на одну плюшку. Давай, 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 брат, вставай, я в тебя верю. А, он все. Так. Погоди, это... Погоди, это не конец игры, получается, да? Ебать, он что вытворяет? Он просто город раздвигает, вы гляньте. Охуеть. А малой-то у нас с селишками оказывается, да? Оп. То есть мы забили этого челика. Вот этого слендера недоделанного в шляпе. Мистера эксбициониста, гувермена. Джимен. Сколько я пробыл в стазисе. Так, ну ладно, давайте, наверное, тут мы остановимся и продолжим уже в следующей серии. Чувствую я, что финал прям не за горами. Думаю, следующая серия будет финальная. Ладно, всем спасибо за просмотр. Если это кто-то посмотрел, конечно, подписывайтесь на канал. Канал? Кунал, блядь. На унал подписывайтесь. Ставьте лайки, чтобы мотивировать меня работать и делать качественный контент, улучшать себя. Все, мужики и дамы, люблю вас. Спасибо вам за просмотр.